Добрый день, с вами Ирина, канал Цветики. Я на базе Цветы Юга. Вот, нашла какие-то интересные. Нашла, только зашла. Посмотри. Ну, вот очень симпатичные. Ну вот это сортовая, я вот точно знаю. Название не помню. Да? Вы краснодарская? Ну, я недалеко от Краснодара живу, да. А мы из Новороссийска. На свой клуб. Так, с другой стороны, ну тут обыкновенная, но есть зато вот цена. Что уже радует ко мне. Фронтера уже замечаю, не первую. Такие девочки, любительницы из Новороссийска выбирают. Стараюсь не мешать. Есть мини. Ой, она. Листья в краб. Корни сгнили. Почему она листья в краб? У меня с таким рисунком цветка. Варигатные листья. Вот такая красоточка. Она вся переливается. Беленькая похожа? Нет, не попкорн. Какая-то просто. Так, вот это должна быть с запахом, по-моему. Нет, запаха нет. Вот корешки, видите, да, какие? Девочки, а вы не узнавали цены? Не, а, ну вот тут вот цена 1100. 1100. Дендробиум. Полинопсисы. Это грин эппл, по-моему, зеленый яблок. А может нет, у него цветной язычок. Не буду вводить вас в заблуждение. Такие розовые еще. Сиреневые. Цветные. Там еще один зелененький. Они такие прям мокренькие-мокренькие. И вот у них растущие корешки. Это что-то там гниль видно. Это чешуйки, может быть. Вот такая красавица. Думала, бабочка уже молча смотрит, потому что края вот у нее вот такие волнистые. И я такие бабочки покупала. Но эти, наверное, дорогие орхидеи, стоят внизу, очень высокие. Ага, вот еще одна такая. Похоже на азиатского дракона, но он был желтее у меня. Краб похожий. Я уже тонкости сейчас не помню. Можно посмотреть, у меня есть фото язычка. Симпатичные. Мини-цимбивиумы. В прошлый раз я искала, было пусто. Вот завезли. Единственное, что тут как-то все стоит. Все подряд. Полинопсисы, видимые мини. Так, вот здесь немножко шумно. Прохожу над сплит-системой. Тут обыкновенные розовые. Вот розовый дракон.
много спорят. Ну, у розового дракона тоже листья в краб. Не только у Манхэттена. А ну вот тут даже имя есть сейчас, да? Эспорт. Ну что-то другое. Сейчас я посмотрю без камер. Plant, паспорт. Фаленопсис. И номер. Значит, это и не розовый дракон, и не Манхэттен, а что это, какой-то гибрид под номером. Ну, очень похож, очень такой хороший. Корни единственное, уже портятся. Что мы тут? Тут огромные белые, розовые. Пятнашки. На подарок можно выбрать, не просто, больше метра, огромные букеты. Хотя, почему на подарок? Есть девушки, что делают правильно, сами себе дарят такие подарки. Нет, я еще не купила, я же хочу выбрать. Вон там еще фронтерка. Крупная, крупные цветочки. Брюшки, дендробиум номер, красивый, крупный, листья какие у нее, дендрофаленопсис блю. Такой красавчик, девочки выбрали себе. Очень крупный, очень красивый. Там сидит муха, потирает руки. Греется, наверное, в пакете. Мухи, думаю, не так страшно для орхидей. Это мы еще миничек выбрали с индигом. Вот тут в сторонке нашла еще орхидеи, минички, белые. Белые минички такие немножко уже. Ну их попоили, вот смотрю, мокрые. Ну, может, уже цветают просто. Там один висит. Да, все белые. Ну. Вот это уже запасники какие-то. Смотрите, мэджик. Там какие-то деревья. Тоже мэджик огромные просто. Ну, нам недоступно. Видите, заказ, заказ. Даже не подойти. Поэтому увеличиваю, как могу. Красавчик. Ну, все. Орхидей нет больше. Вернее, они есть, ну, как бы в свободной продаже, которые для нас, простых смертных. Бонсайки. Ну, тут белые в основном. Вот. Недоступная для нас роскошь. Ну, это уже сформирован заказ, видите. Запакован, сформирован. Что тут хорошего было-то? Камбрюшки или белара. Но они идут в камбримикс, и я уже их называю камбрюшками, поэтому знатоки, простите меня, что я так по-простому, без энциклопедических названий. Сижу за решеткой, что называется. Я ничего такого особенного не вижу. Тут тоже вот за решеткой вижу Клеопатру там. Где-то сейчас видела, вот она там. Тоже заказы, скорее всего. И
пойдем подкрадемся, пока не прогонят, что-нибудь поснимаю. Тоже. Не скажу, что что-то такое. Знаешь, как интересно. Они такие темные, очень красивые. Вспышка, вот они такие, вспышка осветляет немножко. Вот мини-мультифлорки. Красный, да. Вон какая красивая. С белой губой. С этой стороны, к сожалению, не проберешься. Ну, уже видно там, что такое. Что-то сверхъестественное. А может, я не вижу, всяко бывает. Мимо пройдешь и не увидишь. Ну, на оценки тоже особо выбирать пока нечего. Вот хризантемки, кангуи отцветающие. Сейчас мало в магазинах цветов, конечно. И оценки бедные. Совсем много. И все. Целый лес из кокосовых пальм. Такие листья у них сочные, прям хочется потрогать. Еле сдерживаю себя. Ну вот тут роза прям такая. Хорошим. Ну вот так, конечно, пустовато по сравнению с летом. Тут еще что-нибудь посмотрю. Конечно, большой выбор цикламен. Большие, маленькие. Ой, какие хорошенькие. Это махровые. Еще не все распустились, пока стоят здесь. Нарциссы. Чуть не забыла, как их зовут. Но в магазинах уже есть. Это кофе, наверное. В магазинах уже есть, только простые. Это махровые расцветают. Маленькие. Хотела цену посмотреть, цены-то нет здесь. Ну, наверное, это весь обзор. Вот. Нашла еще тиланси. Больше ничего орхидейного нету. Спасибо всем за просмотр. Пока-пока. Смотрите, какую прелесть нашла в Ашане. По-моему, это же тоже разновидность орхидеи или нет. Так, они вот прям вянут. Сейчас посмотрим, что это. Plant mix. Ну, не знаю. Дома, конечно, я посмотрю. Ну, кто хочет, пусть подскажет, орхидные ли это. По-моему, нет. Ну, вот для их состояния, конечно, дороговато. Я же купила себе. Ой, а тут совсем все плохо. Ой, это интересно какая. Их тоже можно как орхидеи собирать. Очень красивые, очень разнообразные. Но примулы здесь маленькие такие. И цена вот почему-то вообще не гуманная. Хотя рядом Леруа. И розетки больше.
последний, в два раза меньше. Да, там еще вот в Леруа я видела вот такие лилии красивые. Цены там не нашла на них. Здесь стоит вот такой. Ну, красиво, они высокие, как подняла, как показала. Тоже первоцвет. И давайте цены сравним, что ли, я не знаю. 286. Гиацинты не просто пахнут. Они вот просто воняют, можно даже сказать, настолько резко, настолько даже не совсем приятно. Но цена прям неплохая. Они большие, с бутонами. Напомню, это Ашан, Мега, Адыгея. Здесь, походу, все дороже, кроме гиацинтов почему-то. Ну и все, как бы. Что-то тут микс. Голубенький, где-то я видела такой. Этот уже вянет. Ага, вот еще орхидеи, пожалуйста. Хорошо, пошла смотреть симфолии. Там брюшки. Мельтония. Вот это сила. И там вот такая. Красавица стоит. Там какая-то пятнистая. Орхидный микс. Так стоит. Вот очень темная, красивая. Красивая, но не такое, что необычное. Тут есть и высохшие, довольно не такие сухенькие. Не могу вытащить даже, они настолько плотно там сидят. Это уже не орхидея. Plant mix. Вот такое добавление к обзорчику какому-нибудь. Красиво. Меденила почему-то стоит тоже плант микс. Не знаю, что с ценниками сейчас во всех магазинах. Напомню, это Ашан, Мега Адыгея.